возлюбленные отцы, братья и сестры, с благодарностью сердцем я стою здесь перед вами, находясь на этом двери поистине торжестве. Мы собрались здесь вместе для соборной молитвы. Мы, весь мир нуждается в этой соборной молитве, в молитве каждого из вас. Ибо вместе мы – это огромная сила, огромная духовная сила торжества нашей веры православной. Наша молитва вместе для пронизает небо и доходит до престола Божия. Мы нуждаемся в этой молитве. Страна наша Польша нуждается в молитве, страна наша Литовская нуждается в молитве, весь мир нуждается, ибо он сегодня лежит во зле. И как мы должны усердно молиться, особенно соборно, все вместе, когда этого и собрались. Пусть вот это наша совместная молитва, это торжество нашей веры, придет благие плоды не только лично вам, вашим семьям, но и Бога храни в стране Польской, Бога храни в Литовской, всему миру. Сколько людей сегодня страдают? Войны, люди гибнут, без дома остаются, нищете, голоды, всякой беде пребывают. Как нужно усердно за них молиться? Давайте, дорогие братья и сестры, помолимся так, как мы можем. Но с нами все небо, все святые, молодец Матерь Божия, они усилят нашу молитву, донести ее до Бога и верю, что по нашим молитвам Господь подаст благо всей стране, стране Литовской и всему миру. И здесь мы ведем наш скромный вклад в том, что мир изменится, а он может измениться только благодатью Божией, по молитве тех, которые любят Бога, которые верят в Него и просят Его. Давайте же попросим Его о том, чтобы милость Божия снизошла не только к нам, здесь собравшимся, но и на весь мир. Ибо велика сила нашей совместной